Защитники шпиона Израиля обнаружили иранское грузовое судно, на котором, как предполагается, будет переправлено оружие в сектор Газа. Тель-Авив подозревает, что Тегеран намерен перевести оружие в палестинский анклав через Судан и Египет. На борту корабля могут находиться ракеты системы Fajr-5, которым пользовались боевики движения Хамас для обстрела юга Израиля. Израиль предупредил, что если Иран направит вооружение в сектор Газа, то корабль будет атакован ВВС, а также не будет считать себя связанным с соглашением о перемирии, которое было подписано в ходе непрямых переговоров 21 ноября.